Добрый день, меня зовут Мария, вы попали на YouTube-канал «Из камней». Сегодня будет обзор натуральных камней, обзор будет короткий. Вы можете заказать камни из этого видео, а также из двух предыдущих видео. Ссылки на них я оставлю в описании, в комментариях. Из всех трех видео камни на нитках я могу отправить в одной посылке. Еще раз повторюсь, что нитки я не режу, отдельно бусины не продаю. Отправляю посылки с камнями обычной почтой во все города и страны. Для того, чтобы сделать заказ, напишите мне на WhatsApp или Viber. Номер телефона вы сейчас видите на экране. Делайте скриншот экрана с понравившимися вам камнями, шлите фото мне на WhatsApp, пишите диаметр бусин и говорите, сколько нитей нужно. Пожалуйста, формулируйте заказ четко. Если забыли, сколько стоит и как называется камень, пересмотрите видео еще раз. Скорость воспроизведения видео можно увеличивать, если кому-то кажется, что я говорю медленно. Итак, начинаем обзор. Это цитрин камни с огранкой одной формы. Длина нити 38 см. Длина нитей одинаковая, форма камней одинаковая будет у всех камней, которые я сегодня покажу. Цена 1500. Далее вот такой лазурит, тоже 38 см. Больше не буду повторять. Цена 1500. Здесь зеленый великолепный нефрит. Видите, на ниточке есть камни разных оттенков. Это натуральный нефрит. Вот такой цитрин, чуть пожелтее, чем предыдущий. Тоже очень красивый. Из-за того, что камень прозрачный, видна структура камня. Цена 1500. Это солнечный камень. Цена тоже 1500. Здесь у нас амазонит. Цена 1700. Это рафтопаз. Есть очень темные камни, есть полупрозрачные, а есть практически непрозрачные камни. Цена 1500. Это горный хрусталь. Смотрите, какие чистые камни. Цена 1500. Далее клубничный кварц. Напоминает мне всегда клубничное варенье, размешанное в воде. Очень похоже. Цена 1500. Здесь мы видим аметисты, цена 1500, тоже разного оттенка камни, полупрозрачные. Это самоцветы, тут розовый кварц, аметист, пренит и цитрин. Просто великолепные апатиты, очень темные и довольно хорошего качества, цена 1700. Это розовый кварц, нежный розовый цвет. Тут аметрин, очень светлый, нежный. Это смесь аметиста и цитрин. То есть в одном камне два камня. Видите, он цвет лавандового аметиста и видна желтизна. Желтизна как раз от цитрина. Это, если честно, не помню, что за камень. Кто узнал, напишите, пожалуйста, в комментариях название камня. Цена 1500 рублей. Вот такой пренит с включениями, видите. Это у нас садолит, темный, с белыми вкраплениями. Местами встречается оранжевый цвет. Очень насыщенный природный цвет. Цена 1500. И аквамарин. Цена 1700. Вот такую красоту я вам сегодня показала. Посмотрите еще раз. Первая отправка камней будет в понедельник. Посылки с готовыми бусами и колье я могу отправлять каждый день. Посылки с камнями на нитках я отправляю раз в неделю, по понедельникам или вторникам. Если вы хотите, то за дополнительную плату я могу сделать из этих камней на нитках бусы и пришлю вам уже готовые украшения. Только для того, чтобы сделать бусы нормальной длины, например, 45 сантиметров, вам уже придется покупать две нитки, потому что камни крупные и они скрадывают объем. Если мы из мелких бусинок, из нити с мелкими бусинами длиной 38 сантиметров можем сделать бусики коротковатые, укороченные, и они будут смотреться на шее, хорошо сидеть, не будут придавливать, то вот из этих крупных камней уже неудобно будет, уже будет туговато. Объем большой, и он
всегда, и крупные камни, они всегда как съедают, скрадывают объем, поэтому нужно брать две нитки будет для бус нормальной длины, из остатков можно сделать серьги, браслет. Кто желает, вы можете обратиться ко мне за изготовлением бус, браслетов и колье из этих ниток. Кто сам делает, пожалуйста, заказывайте. Это даже для меня проще. Еще я оставлю под видео ссылку на свой магазин, но этих камней на нитках там не будет. В моем магазине более 1700 готовых украшений, и эти нити, и готовые украшения я могу отправить все в одной посылке. Еще раз повторяю, ссылка на мой магазин под видео и в комментариях к видео. Ниток вот этих, которые я показываю, в магазине не будет. В магазине готовые украшения уже. Еще хочу вас пригласить в свой интернет-магазин сумок из натуральной кожи. Он закрывается, уже в течение 2 лет закрывается, и никаких новинок там не было. Но сумки очень хорошего качества, заходите, тоже могу отправить вам все в одной посылке, украшения и нитки, и сумки. Буду ждать. Ссылочка на магазин с сумками под видео. Жду ваших заказов, отправляю из Подмосковья по всему миру. Спасибо, что прослушали. Подписывайтесь на канал, на мой магазин. Сейчас вы были на YouTube-канале «Из камней». Я Мария. Прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока!